кто чем занимается? Я рисую вот так. Да, Юлясик ай, красота какая. Вовик где спит? Так, что наши мужчины делают? Валера режет лук. Хе делаем. Хе? Опять хе, да? Я помогаю, как меня отоучил. Как? Ну, он говорит, вот здесь подрежь, там подрежь. Ясно. Вчера всем понравилось, повторили, да? Вчера делали, все съели, сегодня опять. Да. И дедушка говорит, давай тебе... Вот кому это хе очень понравилось и очень любят Вася и Валерий и Камалу, потому что оно сильно острое. Поэтому им больше всех нравится. Нам тоже нравится, но оно сильно острое. Поэтому просим сделать не острое. Это кинза, кстати. Это не хе. Ну, это понятно, да, но для здоровья мы просто не потянем ногу, есть остроту. Ну, да. Я даже не пробовала вчера, потому что было сильно острое. Так, заходим с Валерой. Сегодня рыбный день. Угу. Видишь, я сейчас перебираю рыбу. Ага. Мы так спешили, и вы нам там... Ну да, экскурсовод же дал. ...срок, что мы все покидали, все вместе, что жарить, что варить. Угу. А я прибежала, вам быстренько ставлю, чтобы сварить вначале. Уху, да? Да, сейчас я уху. Вот это все на уху. Ну, в основном у нас будет жареная рыба, вот, а еще... Вот жареная, вот я перебираю ее. Ага. Хе, жареная рыба, уха, и четвертое блюдо будет в фольге запеченное, вроде бы как. Будут запекать? Сейчас я у мужчин свое, своя работа, у женщин своя. Камбала. Угу. Вы успели много еще, главное. Много успели почистить? Я говорю, дали всего час, я думаю, наверное, не успеют. Все почистили, успели все почистить, только ж мы не разложили все. Бегом. Да. Все в одно сложили. А теперь я вот уксус, кстати. Видишь, сколько камбалы у нас? Ага. Там, Галя, я давно-давно не ела камбалу. Видите, берет Валера для хе уксус 80%. Кого? Дрова? А по-моему там прошлый раз оставалось вроде бы как. Да? По-моему оставалось, надо спросить. Ой, вот такой бы домик, да? Смотрите, вот здесь вот, допустим, домик, да? Отсюда выходишь, и вот такая вот беседочка. Чем больше я живу вот в таких вот... Сейчас иду. В отелях живешь вот так вот, да? И тем больше хочется частный домик. Юля, тебе хочется такой домик возле Киева? О, дедусь тебе собрал цветочки. Ой, боже, красота, конечно. Это коробочка для моего хомячка. А где ж твой хомячок? Гулять пошел? А мой хомячок в доме. Ага, понятно. Ясно. Музей тебе понравился? Да. А что тебе именно в музее понравилось? Ну, что тебе больше всего запомнилось, да, так будем говорить? Животное. А у меня тут такие композиции. Я тут рисую, и чтобы мне так было, это мой рисунок из искусства столик. Тут моя питочка стоит, коробочка для хомячка и Вовина разукрашка. Тут у меня вот такие вот фломастеры очень красивые. И вот моя разукрашка. Угу. Я рисую кота в сапогах. Коса, масло закончилось, надо бегом ехать за маслом. Кто поедет сейчас за маслом? Я не поеду, потому что я уже еду. Ну, понятно, даже не за рулем. Посмотрите, как открылся портулак. Ох, да чего ж я люблю этот цветок. Солнышко. Завтра уже вроде как прохладно будет. Нам завтра, а послезавтра мы уже выезжаем.
Я буду здесь монтировать видео. Это мое рабочее место. И заодно буду с Юлечкой сидеть. Да, Юлечка? Да, это вообще мое рабочее место. Так, а я же с этой стороны сижу. Видишь, я тебе не буду мешать. Я в наушниках. Покажу свои наушники. А вообще-то у меня тут одни розовые, одни серые камушки. Угу, понятно. Мне так больше нравится. На море идем? После обеда, конечно. Нет, я не пойду. Ты уже не пойдешь сегодня? Почему? А я фонтан трогала. Что делала? Фонтан трогала. Зачем ты его трогала? А я залезла и потрогала, мне бабуля разрешила. Ну и что, и после, из-за этого на море нельзя идти? Не хочу просто. А с кем ты останешься дома, когда мы все пойдем на море? Нет, мы не все. А кто останется? Оксан, Тарас и Вольф. Нет, они тоже пойдут на море. Дышать воздухом. Если они пойдут, я пойду. Ах, запахи какие! Стоят запахи жареной рыбы. Моря. Средиземноморской кухни. Ай, какая красота. Какая вкуснятина. Стрелюча, аккуратно. Стрелюча. Да. Как быть на море и не поесть рыбки, да. Не наесться вдоволь, да, Вася? Не быть в Средиземноморье. Ага. Люди специально сюда, говорит, приезжают поесть рыбки. Такого базара, сказал хозяин, нет нигде, только в генетическом. Вполне возможно. Чтоб столько свежих рыб. Вот Тамара ездила в магазин. Мы еще с Ирцевой бегали, вот в одном месте нашли последние. Я вдруг принесу, это проблема. А сегодня я видела там машину, где парковали, там продавалась. Ну, сказали, что осталось, поэтому я не... Как-то я показал, и Тамаре, и... Да? А что-то не взяли. Запахи. Я как кот. Возле рыбки. Не, умный на месте. Валера, смотрите, шеф-повар точит ножи. Ну да, чтобы инструмент хороший был. Ну да. Без хорошего инструмента работа не работает. Ты попробовал, да? Говорят, бомба, не знаю. Я сам не хочу пробовать ее пока. А Галя уху продолжает готовить. Кстати, Галя, ты показывала уху, как готовить на своем канале? Вот это надо показать еще. Уху, очень вкусная, кстати. Двойную уху я сейчас сделаю. Ага, двойную уху. Мелкие головки, хвостик, а потом сложу крупную уху вместе с картошкой. Смотрите, на канале Пикли. В ближайшее время. Да, это в Каневе же. Кань тоже рыба будет, и Каля вам приготовит. Смотрите, как она мелко-мелко-мелко нарезала лучок. Как она красиво нарезала перчик и почистила помидорчик. Что значит шеф-повар? Укропчик, да. Что значит шеф-повар? Лася, салат делаешь? Не, просто порежу. Ага. Пошли. А здесь Оксана поедает арбузик. Поест, побежит на стол собирать. О. Вы представляете, вот, у меня уж слюнки потекли, Оксана. Больше всего нравится разрисовывать, наверное, Светланке. И мне. Как она вон разрисовала. И мне тоже больше. Кстати, я тоже в детстве очень любила разрисовывать. Просто обожала. А еще знаете, что я обожала? Вот это куколки такие вырезать и одежды ей вырезать, одевать. На картонку еще ее клеили. Это у нас так было модно. Я тоже это дело обожаю. Тоже, да? Видишь, бабуля Любина внучка, понятно, что сразу. Обожаю рисовать, я в доме вообще очень много рисую. Угу, молодец. Сейчас будем уже обедать, рыбка уже пожарена. Сидят, пиво пьют. Будешь? Не хочу. Глотну. Не хочу, когда Юля. Юля попила уже. Я говорю, вы меня скоро приучите к этому пиву. Ну, но зато, я зато никак не приучусь к нему. Оно мне не нравится. Никак мне это не нравится. Пиво.
Гадость гадостью. Ну, знаете, хочется. Один глоток хочется. Так же, как и вино. Один глоточек, все, больше я не могу. Больше мне не нравится вообще. Как можно пить? Хе-хе, вчерашнее. И сегодня еще уже сделали. Так, мух надо отгонять, сидеть тут. Это хе. Это рыбка жареная, вкусненькая. Камбала, камбала. Юля, Юля, тикай, Юля, отойди у хатан. Свету, забери Юлю. Без ничего. Без кинзы, это раз эти цветы. А где они сидят? Вы где сидите? Товарищ. Света, Света, ты сейчас дом развалишь. Да, вот это. Вместо мухи. Вот это называется у нас, как забыл, Жерех? Нет. Кефаль. Жу. Журавка, журавка, журавка. Журавленок. А мне хотелось бы кефаль. Тарелку подай, пожалуйста. Это есть кефаль. А, это кефаль, да? Кефалевая. Тарелочка. Журавленок это что-то меньше. А суп сухой? Да. Смотрите, а все кому голову, кому шею. Да, мне тоже. Смотри, только половина. Журавка и лобань это кефаль. Мне половина. Называй просто кефаль. Мне голову? Не, мне лучше супа побольше. Ну, голову, да, можно. Ой, спасибо. Ухо. Это лобань. По кусочку надо. По кусочку. Без мяса. Лобань, смотрите. Я бы не сказал, что она там очень. Мне кажется, кефаль лучше, вкуснее. Нет, ну это тоже кефаль. Аккуратно в камбале косточки ем. И лобань, это не жевать, это же кефаль. Журавка, все это говорит кефаль. Питом, передай. Дайте вам, да. Оксана сделала салат с авокадо. Гуакамоле. Юля сказала, не хочу кушать. Пошла, села вот туда играться. Мы здесь все сели, нет места. Она говорит, я хочу кушать. Мы говорим, все, извини, большой семье нельзя. Зубами щелкань. Сейчас уже все. Вот теперь будут бежать первый за стол. Еще у нас на десерт есть дынька и сливы. А арбуз еще. Вот тебе и уха пошла в ход. Что, уху хочешь? А, и уха пошла в ход. Подожди, сначала уху и рыбку поешь потом. Куда ты, в общем-то, забирай с собой. Я что взяла? Обсвиняла, а сюда забирай. И уха пошла, и рыбка пошла, уже все. В большой семье, видите, сами просят, а дома заставить невозможно. А кто на море бежит, кто? Давай ручку, пошли. О, морской воздух. А, уже здесь начинается. Морской верст. Понятно. Вот. На море. А мы на море. Купались? Да. Медузы есть? Даже камал купался сегодня. Да? Медузы есть? Нет. Медузы есть. А что, камал не поехал на термальный? Нет. Ты что, не поехал на термальный? Ты же сказал, Валера поедет, Вася. Ясно. Эти чайки такие огромные. Смотрите, ничего не боится. Я за ней, она пешком. Клюнет еще. Ну, пошли погуляем. Да. Я загружала видео. Если загружать в нашем отеле в обед, тогда еще можно загрузить. Хорошая скорость. А если загружаешь видео ближе к вечеру, видимо, все подключаются к интернету, и все. И не можно даже... И даже нельзя коротенькое видео загрузить. Все очень долго грузит, так и не загрузит.
Поэтому я уже загрузила. И мы с Тарасом, с Юлечкой пришли. Включила уже. Зрители, зрители! Привет, привет. Что хотела им сказать? Слышно? Там мы построили домик. Мы же показали. Все еще в норме. А там наш домик маленький. Заняли люди, да. Вот им понравился твой домик. Еще построили. Сидят как, слышишь, как птица в гнездышке. Что это у нас за птица в гнездышке? Ага. А рядом птенчик, птенчик, не яйце, а птенчик. Это же макушка яйца. Да, да, да. Вот птенчик. Вот птенчик. А где птенчик? Удобно вам так нести? Нет, да, сами нет. Нормально. Прикол? Да. Идем, он уже засыпает там. Вечером решили еще закат вам показать красивый. И места здешние с Олегом. Олег у меня всегда показывает вам. Я не умею этим квадрокоптером работать. Если бы не Олег, то вы бы не увидели эти красивые кадры. И Леся с нами сегодня. Может, будут красивые кадры, Леся? Может, он нам снимет? Да, вот здесь вот. Смотрите, какой берег интересный. Гладенькая, гладенькая. Глина как будто бы. Может, и есть, не то, что как будто. Это, наверное, есть. Низко под водой так. А против солнца, видишь, не очень видно. Может, сейчас дроном будет красиво. Закат. Ой, нам понравился вчера закат снимать. Ветер, ветер. Ах, подышите воздухом морским. Зрители. Как Юля говорит, зрители. Водичка прозрачная, прозрачная. Сейчас покажем всю красоту Арабатской стрелки. Это уже Генгорка, по-моему, начинается, да? Да, он там знак был. Ага, Генгорка. Геническая горка. А я тоже думала, что это Генеральская горка. Может, и Генеральская. Вчера не успевали, сегодня чуть раньше приехали, чтобы хоть успеть. А вчера, знаете, было высоко, мы пока ехали, говорим, пока доедем, потом смотрим, так быстро солнце садится, еле успели снять на Розовых озерах.